Ну, знаете, я вам честно скажу, Китай, достаточно умный союзник нам. И он будет всегда рядом, потому что мы с ним имеем достаточно большие границы, и Казахстан имеет большие границы с Китаем, и Узбекистан имеет границы с Китаем. И фактически, если брать Советский Союз, мы имели большие, достаточно протяженные границы. Китаю невыгодно ругаться с Россией, а выгодно торговать с Россией, и рынок у нас достаточно неплохой для Китая, так же, как и нам выгодно торговать с Китаем. И Китай сейчас, вот я наблюдаю тенденцию, что китайцам интересна наша культура, и если мы будем еще интегрировать нашу культуру туда, нам будет от этого тоже хорошо. Я считаю, что а газовый контракт, безусловно, ну, газовый контракт — это бизнес для России. Хорошо, что он у нас появился, и мы становимся еще сильнее, наше государство становится еще сильнее, и дай бог, чтобы все росло и двигалось, и процветало, потому что я считаю, что если эта сторона будет работать, будет развиваться, и Сибирь будет развиваться, и Казахстан будет развиваться, и вообще все это должно привести к тому, чтобы вот мне из всей этой страны очень больше всего понравилось то, что появятся хорошие дороги, да, которые объединят всех нас. Я очень люблю ездить за рулем и путешествую на машине, доезжаю до Голландии, спускаюсь вниз до моря, потом через горы Швейцарии возвращаюсь в Россию. Вот так же я с удовольствием ездил бы по России, и поехал бы на Байкал, поехал бы в Алтайский край, поехал бы в Монголию. Сделайте дороги. Даже если платные, я буду ими пользоваться.